Специальное муниципальное предприятие по уборке города готово к зиме примерно на 90%. Вместе с первым снегом в СМП наведался и глава города Александр Кузьмичев. На случай гололедов припасено более 37 тысяч тонн песко-соляной смеси. Впрочем, и метели Иванову уже не страшны. Погодные условия сегодня уже таковы, что в ночь заступают на дежурство как раз дежурные службы, в том числе наши комбинированные дорожные машины. То есть в случае осложнения обстановки погодной, соответственно, будет происходить просыпка наших автодорог как раз песко-соляной смесью и потом, соответственно, проводиться прометание. Средний возраст автопарка СМП порядка 10 лет. Сейчас не хватает в основном грейдеров. Недавно приобрели вакуумную подметально-уборочную машину. Принцип ее работы схож с пылесосом. Она может вбирать мусор с дорог и из урн. Также приобретены две новые высокопроизводительные комбинированные дорожные машины. Эти машины предназначены для разбрасывания песко-соляной смеси, для ликвидации гололедосгребания и прометания. У них имеется плуг, средняя щетка, кузов пескоразбрасывателя «Бункер». На лето вместо пескоразбрасывателя ставится бочка, и они работают как поливомоечные машины. Глава администрации заметил, что обновление парка прекращать нельзя. А потому вопрос о выделении средств на покупку техники для СМП Александр Кузьмичев обсудит с депутатами городской думы. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.